Вот она наша медовушка. Ставим ее просто на 5-литровую бутылку, где-то с килограмм, наверное, меда. Здесь мы закинули сюда старые обрезки, уже засахаренные, нашли в чулане. Наложили сюда меда, залили теплой водой, кинули немножко дрожжей. Под крышку положили тряпочку, неплотно закрыли и поставили на подоконник. И укрыли. Солнцем она грелась, играла. Получилась такая приятного вкуса и цвета медовушка. Сейчас эта медовушка пойдет нам в наши бутылки, чтобы поймать шершней. Разливаем по бутылкам. Вот по таким обрезанным. И ловим шершней, потому что они приносят очень большой урон для пасеки. Вот неделю назад поставили. Вот уже в одной бутылке вот столько шершней у нас. Сейчас выйдем. Вот они лежат. Все потонули. Шершни. Вот обыкновенная брашка на меду. Медовушка. Очень хорошо ловит шершней. И так почти во всех бутылках. Сегодня мы эту медовушку поменяем на свеженькую. В этой бутылке меньше шершней оказалось. Других больше. Вот такая же бутылка. Стараемся вешать на каждую улей такие бутылки. Например, вот если горлышко обрезано сверху, то часто туда заливается дождь, брага портится и уже сюда не ловится шершни. Вот решили сделать в этот раз бутылку вот с двумя такими окошками. И тоже она неплохо ловит. Также вот там видно, что там много шершня набилось и в такие бутылки. И бутылки, мне кажется, ловят дольше. То есть они не боятся дождя. И вот у нас на каждом улье здесь висит маленькая бутылочка. Тут висит маленькая бутылка. Также вот здесь наловили шершня. На других. Эти бывают случаи, когда в эти же бутылки попадаются мыши. Бывает и такое. Например, вот в эту бутылку, если вы видите, вот она, нам попалась еще и мышь. Она залезла туда и утонула. Придется ее туда выбрасывать. Вот видно прям возле улья, вот она. Кружится шершень, опять ловит пчел. Вот она бутылка. Тихонечку-тихонечку вылавливает шершней мимо. Вот пока мы на пасеке, целый день еще боремся с ними вручную. То есть у нас такие колотушечки, легкие, удобные. И ими постоянно бьем шершней на пасеке. Вот бутылки. То есть бутылки эти развешаны по всей пасеке. То есть их мало не бывает. То есть много не бывает. Вот тоже. Вот, пожалуйста. С одной бутылки. Это еще меньше недели прошло времени. Вот они. Красавцы. Попались. То есть какой бы урон пасеке принесли все эти вместе взятые шершни. Вот у нас 15 бутылок и какой-то больше, какой-то меньше бутылки. Вот столько шершней. Бороться с ними нужно, необходимо и обязательно. Плюс еще мы боролись с весны, когда ловили маток шершиных. Тут больше бабочек. Тут вот тоже была бутылка. Тоже высыпали остатки шершни. Теперь во всех бутылках поменяем брагу на свежую и посмотрим, что из этого получится.